В городском доме культуры имени Ленина прошла театрализованная акция «Суд над вредными привычками», посвященная борьбе с наркотическими веществами. Акция прошла в рамках городской муниципальной программы «Быть здоровым – это модно», а посетили ее ученики профессиональных технических училищ и лицеев. Работники Дома культуры разыграли на сцене постановку, имитирующую заседание суда, на котором вынесли приговор табаку, алкоголю и наркотическим веществам. В ходе постановки также были показаны несколько документальных фильмов, которые наглядно показали, какой непоправимый ущерб наносят организму вредные вещества. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье – десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Береги себя. Главный организатор постановки, заместитель директора Дома культуры имени Ленина по организационной творческой работе Ольга Викторовна Сергеева рассказала корреспондентам Луки.ру, что эта постановка уже не первая подобная акция Дома культуры. Дом культуры имени Ленина. Мы действуем в рамках муниципальной программы «Город без наркотиков». И мы создаем мероприятия для молодежи, для студентов нашего города. И сегодня это был эксперимент. Эксперимент и дебют творческого отдела. Мы хотели в более интересной и доступной форме донести до студентов о тех вредных привычках, которые сегодня вот существуют в нашей жизни и, в частности, в нашем городе. Мероприятие это мы делаем с периодичностью раз в квартал. И делаем это не потому, что нам положено или кто-то нам это прописал, а делаем это потому, что, в принципе, сам культурный работник, то есть он обязан доносить до людей, наверное, положительные стороны нашей жизни, и также отрицательные показывать. Судя по тому, как сидели зрители, как они внимательно слушали и смотрели все, что происходит на сцене, ну, я думаю, что да, наверное, мы надеемся, по крайней мере, на то, что зрителям понравилось, и они придут к нам снова. И, наверное, каждый, кто вышел из этого зала, наверное, задумался, стоит ли курить, стоит ли выпивать, стоит ли употреблять наркотики, если таковые были в зале. Надеемся, что наши студенты, которые сегодня смотрели, это просто носило профилактический характер.